Хари Кришна, дорогие преданные, мои поклоны. Поклоны наши. Джайо Радха Мадава Кунджа Бихари. Джайо Радха Мадава Кунджа Бихари. Джайо Радха Мадава Кунджа Бихари. Что мы читаем сегодня, Карабаджан Прабху? Седьмая песня, глава четвертая, тексты 31-32. Четвертая глава, 31-32? Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагаватам, седьмая песня, четвертая глава. Хираньякашипу держит в страхе Вселенную. Текст 31-32. Брахманья шила сампанна сатья сандо джитендрия атмават сарвам бутанам экка прия сухриттама дасават санната янгрихи. Так, будем читать пословный перевод. Брахманья, истинный брахман, шила сампанна, наделенный всеми добродетелями, сатья сандха, полный решимости постичь абсолютную истину, джита индрия, всецело владеющий своими чувствами и умом, атмават, словно сверхдуша, сарва бхутанам, всех живых существ, эка прия, единый возлюбленный, сухриттама, и лучший друг, дасават,
словно простой слуга. Саната, всегда склоненный. Ари Ангрии, тот, кто у лотосных стоп великих личностей. Питриват, словно отец. Динавацала, добрый к бедным. Братриват, словно брат. Садрише, к равному. Снигда, любящий. Гурушу, к духовным учителям. Ишварабхавана, относящийся как к Верховной Личности Бога. Видья, образованием. Артха, богатством. Рупа, красотой. Джанма, знатным происхождением. Адхья, обладающий в изобилии. Мана, гордыни. Стамба, высокомерие. Иварджита, полностью лишенный. Прочитали пословный перевод двух текстов. Собственно, тут описывается все ведическое знание, ну, в качествах. Конечно, есть истории, мы любим истории. Истории рекомендованы для века Кали, для людей века Кали, потому что им очень трудно понять качественную сторону вед. Но качественная сторона вед, она выражается не в историях, а в личности, в поведении личности, в взаимоотношениях. Ну и, конечно, это проявляется в каких-то событиях исторических. Потом Пурана описывает эти события, но не с целью хронологии или самой истории как таковой, потому что история Вселенной, она неисчерпаемая, материальная. Вот. Пурана описывает именно качество. Качество таких личностей, как Прахлад Махарадж, это и есть как бы вот изначальное знание веда. И опираясь на эти знания, можем иметь некоторое представление о духовном мире, о том, какие там взаимоотношения, какие там живут живые существа, какими качествами наделены, о чем они говорят, что они делают. И в данном случае есть контраст, здесь описывается очень сильный контраст, противопоставление, есть качество демона великого, величайшего демона Хираньякашипу и величайшего преданного Прахлад Махараджа. Вот они оказались в одной семье. То есть конфликт неизбежен, серьезный. И чтобы показать эту разницу, вот эта история, она случается, эта лила. Господь устраивает эту лилу, чтобы стало очевидно, что же такое материальное, что же такое духовное. Что такое материя, что такое дух. Здесь описывается качество Прахлад Махараджа в этом тексте. Я прочитаю перевод. В этом стихе описывается качество Махараджи Прахлады, сына Хираньякашипу. Это сына величайшего демона. Ну вот, неожиданности, да? Всегда вот, когда мы говорим о духовном, это какое-то чудо, это какая-то неожиданность, что-то сверхординарное, необъяснимое. Так же, как непорочное зачатие вот, многих великих святых, не объясняется. С материальной точки зрения не понимают люди. Здесь тоже непонятно, как у такого демона явился вот такой сын, Прахлад Махарадж. Ну и, конечно, можно это найти какие-то причины в Пуранах исторические, но дело не в этом, а дело, причина в Верховном Господе, о чем тут речь пойдет. Тут не будет исторических причин объясняться в Бхагаватам, почему так произошло. Вот, конечно, он общался с Нарадой Муни еще в утробе матери, он наследовал. Но главное, зачем это случается, чтобы нам дать представление, ясное представление, что такое знание, что такое невежество, что такое духовное, что такое материальное, то есть это основополагающие истины, чтобы мы твердо могли понимать. Обладая всеми качествами настоящего брахмана, он отличался благонравием и был полон решимости постичь абсолютную истину. Полной решимости. Тут слово используется полной решимости.
Эта история известна, с какой решимостью нужно практиковать духовную жизнь. То есть это одно из важнейших качеств – разум и решимость. Йогой нельзя заниматься, не имея таких качеств. Ну, полная решимость, значит, очень сильное желание должно быть. Вот какой силы, когда один духовный учитель, чтобы объяснить ученику, что такое посвящение, он завел его в реку и, взяв за волосы, погрузил в воду и держал его до крайней степени там в воде. Когда ученик уже думал, что он расстанется с жизнью, гуру выпустил его. Отдышавшись, тот обратился к гуру, что это было, что за урок, в чем причина. Это был очень рискованный урок, я чуть не лишился жизни. Но гуру спросил его, а ты хотел дышать? Ты привык к дыханию, ты не замечаешь, но там ты увидел, насколько ты зависим от дыхания. Ты очень хотел дышать? Говорит, гуру Махарадж, я не просто хотел дышать. Я понимал, что в этом вся моя жизнь заключается, в дыхании. Вот так же ты должен хотеть инициации, и тогда ты придешь, когда будет такое желание. То есть вот такая решимость, полная решимости. То есть такую решимость вряд ли можно чем-то сбить, исказить. Как? Искаженная вера, говорится, да? Искаженное сознание, извращенные какие-то вещи, то есть умственные спекуляции, какие-то добавления, измышления, это все. Многовиды сразу те, кто нерешительно говорит о Бхагавадгите. Много выдумок. А на самом деле, Экеха Куру Нандана, нужно думать только об одном, и с полной решимостью, иначе это не йога. Мы не достигнем такой должной концентрации. Ну, здесь описывается качество Прохлады Махараджи, это был настоящий браман, благонравен и был полной решимости постичь абсолютную истину. Три фактора. Браман и благонравие. То есть он не шел на компромисс с этими браманическими, как бы, с браманической культурой. Он оставался благонравным, принципиальным человеком. Браманы тоже могут падать, могут оставить свое положение сатвичное, положение добродетельного человека. Но вот это благонравие, то есть он должен поддерживать свои качества. Но этого недостаточно. Третий момент. Был полон решимости постичь абсолютную истину. Вместе с этим это имеет смысл. Если это делать для себя, для своего личного благонравия и своего положения брахмана, это деградация брахмана. То есть брахман непреданный, он утрачивает постепенно все эти знания, они все трансформируются в ложную гордость. Те же самые знания, та же самая начитанность, она трансформируется в ложную гордость, и это уже не брахман. Это называется двиджа-банду, по названию только брахман или по роду. Потому что сила брахмана в аскезе и смирении, в неотождествлении себя с телом, для этого он должен быть связан с абсолютной истиной, осознавать себя слугой Всевышнего Господа. Иначе это уже не брахман будет. Он в совершенстве владел своими чувствами и умом. Ну, в совершенстве здесь не описывается, просто он думал, а мы знаем, он олицетворяет метод смаранам из 9 процессов преданного служения, смаранам, самадхи, постоянное, как бы непрерывное памятование, медитация, называется самадхи. Он находился в этом состоянии самадхи, внутри он помнил Господа. И не находясь с ним непосредственно, а именно в уме, он испытывал много эмоций. В том числе разлуку, у него часто лились слезы, иногда он ликовал, чувствовал, что Господь рядом, касается его тела. Иногда он думал, что Господь отвернулся, ушел. Он постоянно думал о своих отношениях с Верховной Личностью Бога. И мы не знаем тонкостей этих отношений, их нельзя описать, собственно говоря. И чувства Прохлады Махараджи вряд ли можно подробно описать. Но, говорится, в этой истории будет объясняться, насколько сильны эти чувства, что он не замечал никаких пыток от своего отца. Это смарана называется. Не так, что преданный думает о Кришне, но насморк у него появился, он ему трудно мантру уже повторять.
Это вот в нашем положении мы можем понять разницу, да? Что такое вот преданное служение в чистом виде, вот, на примере Прохлады Махараджи. Настолько был погружен умом и чувствами, так, владел умом и чувствами, был погружен в сознание Кришны, что он не замечал даже пыток от своего отца. Его в кипящее масло бросали, под ноги бешеным слонам, и ядовитым змеям. Все эти истории описаны в Пуранах, как истории, но для чего? Чтобы показать, вот разъяснить вот эти качества, которые описываются в Бхагаватам. Что такое сознание Кришны на самом деле? Какая сила терпения и какое могущество этого сознания? Оно поглощает все чувства, весь ум, всю жизненную силу. И фактически человек уже не живет в материальном мире. Для преданного недавно читал Бхагаватам из 11 песни, стих, неважно, где он, в аду или в раю, вообще так описывается. Ну, для такого преданного, конечно. Мы пытаемся стать преданным. Подобно сверхдуше, он был лучшим другом каждого. Каждого. И желал добра всем живым существам. То есть, безусловно, неважно, кто перед ним, какое живое существо, он всегда был добр ко всем. Это тоже симптом, как бы. Это симптом сознания Кришны. Без сознания Кришны это невозможно. Это все сказка тогда. То есть никто в это не поверит. Если нет опыта сознания Кришны. Он с готовностью прислужил любому уважаемому человеку, а о бедных заботился, как отец о своих детях, для сверстников. Он был любящим братом, а своих духовных наставников, школьных учителей, старших духовных братьев почитал наравне с Верховной Личностью Бога. Ну, здесь описывается то, что мы изучаем с вами и уже знаем хорошо. Есть старший, равный и младший. Тут описывается вот его отношение с этими категориями, с этими уровнями. Его школьные учителя, на самом деле, были демонами. На самом деле, Шанда и Марка возглавляли этих школьных учителей. Они были главными мистиками, учителями демонов. Они могли воспитать кого угодно и что угодно. Обладали ситхами, проникать в сердце, в память человека, читать его мысли, ну, то есть они обладали ситхами. Хираньякашипу это были главные его, как бы, жрецы. Можно себе представить, как их силы они обладали. Но Прохлада Махараджа, он был недоступен для их пониманию. Они могли понять, почему не происходит перемены. Мы приложили все усилия для его перевоспитания, но мысли о Боге не покидают его где-то в глубине, недоступны для нас какие-то сферы, мы не можем его изменить. Они честно признались, хотя именно Хираньякашипу обвинил их, что они недобросовестно подходят к своим обязанностям. Они сказали, нет, мы очень добросовестно, и все дети, они подчинены этому образованию, которое ты хочешь видеть, кроме твоего сына. И мы не знаем, какое это влияние. Они были беспомощны. Но, с другой стороны, здесь говорится, обладая таким сознанием, он настолько был независим от этой материальной двойственности, что выражал им почтение как старшим. Он просто видел в них представителей Бога. Даже вот в таком качестве. Это вот удивительное сознание Кришны, необъяснимое опять же. Даже видя их качества демоничные, и их попытки вот насаждать атеизм, ложные какие-то философии, учения, Прохлада Махараджа сохранял к ним глубокое уважение. Он понимал, что без воли Всевышнего демоны тоже не могут ничего сделать. Даже в этом видел волю Всевышнего. Ну, со сверстниками его любили. Он Прохлада означает, он давал радость всем. Это имя Прохлада. То есть все, кто видели его, испытывал необъяснимое счастье. Вот, кроме отца. Отец, конечно, тоже испытывал счастье, пока не слышал от него о Верховной Личности Бога. Он тоже вдыхал аромат его волос, держал на коленях, плакал, слезы лились у него от любви. То есть Хираньякашипу Прохлад был таким. Но вот этот конфликт с Богом и эта зависть, в конце концов, он возненавидел так же, как любил сына, он так же возненавидел его с такой же силой. Он мог бы возгордиться своим образованием, мог бы, богатством, красотой или знатным происхождением. Однако в нем не было ни капли высокомерия. Это, ну, наверное, главный признак развития сознания Кришны.
Или один из главных признаков. Потому что как сохранять смирение, обладая богатством, положением, происхождением, какому-то клану принадлежать высокородному, обладая наследством, красотой, этого никто в мире не знает. Материалисты не знают такую науку. Наоборот, они кажутся, что все эти атрибуты, красота, богатство, образование, слава, почет, как раз нужны для того, чтобы другие завидовали, чтобы гордиться этим. У них прямо противоположная культура. Прямо противоположная. Они не мыслят какого-то смирения. Зачем быть смиренным, если ты выше всех? Пусть все это видят. Это нужно как раз всем показать. Мне нужно поставить памятник и на пьедестал поставить мою мурти. Это делает Хирани Кашипу. Повсюду в городах, на улицах были его мурти. И вместо божеств брахманы поклонялись мурти Хирани Кашипу. Это вот прямо противоположные качества. То есть, потому что он обладал тоже и красотой Хирани Кашипу, обладал безграничной силой. По благословению Брахмы он был очень могущественным. Был самым богатым, конечно же, по вселенной. И Прохлад, собственно, был таким же по наследству. Так же он был красив, очень богат по наследству и образованным, то есть обладал знанием. Уже в 5 лет он мог разговаривать с отцом на любые темы. Но в чем же разница была? И оба красивы, оба образованные, смотрите, оба могущественные. Отец и сын, как бы, но какая гигантская разница, если сравнить. Прохлад Махарадж себя не отождествлял со всем этим богатством. Он оставался смиренным, почтительным, любящим ко всем живым существам. Он ни разу не злоупотребил своим богатством, своим образованием и красотой. То Хирани Кашипу даже без причины причинял всем полубогам беспокойство. Просто ради собственного удовольствия. Это вот высокомерие. Немножко комментарий. Весь прочитаем, он такой же большой. Таковы некоторые из качеств Вайшнава. Некоторые, Прабхупад говорит, из качеств Вайшнава, не все. Их много очень. Если человек Вайшнав, значит он и Браман. Ибо Вайшнав обладает всеми браманскими достоинствами. Шамо дамас тапа шаучам. Кшантир арджавам эвача. Гьянам вигьянам астикьям брама карма свабава джам. Умиротворенность, владение своими чувствами, аскетизм, чистота, терпение, честность, образованность, мудрость и религиозность – вот качества, проявляющиеся в деятельности брахмана. В Бхагаватам тоже есть описание качеств брахмана. Немножко они могут чем-то отличаться, чем-то быть сходными, все-таки это санскрит. И там одно из качеств, также, кроме тех, что мы читали, перечисляется как незлопамятность. Это Брахман. Он не помнит обиды. То есть у него настолько сильный философский ум и чистое сердце, что эти вот негативные вещи перевариваются, сжигаются в его сознании. Знанием о карме, о прошлых поступках, о их последствиях, о воле Бога, о душе, об устройстве этого мира. Это знание у него в сердце. Подобно огню. Есть знание, которое на поверхности ума находится, оно подобно волнам океана. Вот оно сбивает с толку, когда люди спорить начинают. Это совершенно без толку время проводить. Знание помещается вглубь, тогда это брахман. Если сатва-гуна не войдет в сердце, человек не станет брахманом. Поверхностные знания и поверхностная культура, как бы светская, не помогут в этом. Незлобливость, да? Это Бхагавадгита 18.42. У Вайшнавы эти качества развиваются сами собой. Вот что такое преданное служение. То есть мы иногда говорим, вот эти качества нужно развивать, нужно быть терпеливым, смиренным. И забываем, что на самом деле их нельзя развить без сознания Кришны. Мы их можем только сымитировать без сознания Кришны. Нельзя имитировать эти качества. Работать над этими качествами и имитировать – это разные вещи. Человек должен занимать свои качества, которые есть у него, и свой разум, который есть. И соприкасаясь с преданным служением, он будет очищаться у всех на виду. Вот что будет происходить. А когда он внешне эти качества имитирует, это просто желание, чтобы быть хорошим извне, чтобы избежать трудностей, проблем и страха.
и критики в свой адрес. Брахма должен быть честный и открытый, какой он есть. Сознавать свою жадность он должен понимать прекрасно, сознавать свое вожделение он должен прекрасно понимать это. И открыто, честно трудиться в сознании Кришны. Не то, что это вот скрытность, да, делает человека брахманом. Скрытность одежды, атрибуты, и он брахман. Нет, нет. В Кали-югу все скрывают свои недостатки, это главная проблема. Что мы пытаемся быть как бы вайшнавами, ну, внешне выглядеть, да, это тоже помогает нам, конечно же. Но здесь говорится, это делается для преданного служения, для Кришны. Пусть у меня будут все плохие качества, но я должен сознавать, что я слуга Кришны. Вот в чем контакт с Богом возникает, когда. Итак, у вайшнавов эти качества развиваются сами собой, да. А это значит, настоящий вайшнав это и настоящий брахмана, что указывает на Радамуни, говоря, брахманья шила сампана. Вайшнав с неизменной решимостью стремится постичь абсолютную истину. А для этого необходимо полностью владеть своими чувствами и умом. Все эти достоинства были присущи Махараджи Прахладе. Ну, причем с рождения. Он не работал над этими качествами, не было такой саданы. С рождения он уже имел это все. Значит, в этом случае рождение как дар можно сравнить с великим даром. Да, человеческое тело, оно потенциально может научиться всему этому. И это тоже дар с этой точки зрения. С точки зрения сознания Кришны это великий дар. С точки зрения материальной жизни это просто очередное проклятие. Если там нет сознания Кришны, это очередное проклятие, потому что человек все утратит и порвется в глубокую скорбь вообще. Зачем эта человеческая жизнь вообще нужна? Кому вообще нужна такая человеческая жизнь? От ничего хорошего ждать не нужно. Люди страдают больше, чем все другие живые существа. Уж кто может зла больше всего сделать в этом мире, это только человек. Без сознания Кришны это самое худшее воплощение на самом деле. Вайшнав желает добра всем и каждому. Например, о шестерых госвами сказано «Тира, тира, джана, прияу». Их любили и добропорядочные люди, и разбойники. Вайшнав ко всем должен относиться одинаково, невзирая на различия в их положении. Вот. Материалисты будут за это преследовать вайшнавов, потому что у них есть друзья и враги. И ты что, к моим врагам относишься как к друзьям? Я тебя убью. Хираньякашипу именно из-за этого и хотел убить Прахлада Махараджа. Ты к моему врагу относишься с почтением и с поклонением? Тебя нужно убить. Ведь это не такая уж безопасная вещь сознания Кришны. Материалисты будут враждовать, не понимая вот эти вещи, не понимая, что такое взгляд вне двойственности, жизнь вне двойственности. Они все равно будут подозревать вайшнава, что они в чем-то вот виноваты, вот какие-то у них мотивы должны быть. Особенно если есть организации, иерархия, финансы, служение, миссия. Они будут думать, что за этим все равно есть какая-то материальная причина. Это материалисты. И атмават. Вайшнав должен быть подобен параматме. Ишвара сарвутанам хридешарджуна тиштати. Параматма никому не питает ненависти. Удивительно, правда? Источник жизни никому не питает ненависти. Господь находится не только в сердце брахмана, но и в сердце свиньи. Подобно луне, которая не отказывается проливать свой умиротворяющий свет даже на дом чандала, вайшнав никогда не отказывается делать добро любому. То есть очень важный момент, потому что какой бы ни был плохой или хороший человек, от каждого можно услышать что-то правильное или неправильное. И от хорошего человека можно услышать что-то неправильное, ошибочное или злонамеренное. Потому что эти качества не примешиваются. И от плохого человека можно что-то услышать правильное, истинное.
И вот только браман может видеть таким образом. Остальные видят, вот буду слушать только своих друзей. Они могут ошибаться, они могут предлагать мне пить водку, могут предлагать наркотики, но это мои друзья. Я с ними так буду жить. А там мои враги, вот они говорят, что это там, вот это плохо, это хорошо, это пускай сами следуют, потому что они мои враги. Если даже неправильно говорят, я не приму то, что они говорят. Вот на этой почве возникла битва на Курукшетре за Дритараштри, вот такого отношения. Это мой сын, а это просто племянники. И пусть они праведные, святые, но это мой сын. Я буду поддерживать моего сына. Вот это вот желание своих людей везде поставить, и своих людей оберегать, и делить на чужих людей. И приводит ко всем проблемам в этом мире. Нужны браманы, которые могут истину услышать от кого угодно, с почтением. Например, Биламангал Такур, известная история, он был же привязан к Чинтамане, женщине легкого поведения. У нее профессия была такая непрестижная, знаете, она принимала мужчин. Но он к ней был привязан сильно, к ее красоте, к ее женственности, вот чисто телесно. Но он ее принял позже как шикша-гуру. Она была одна из его шикша-гуру. Он написал это в своих писаниях, в своих трактатах. Первое, что он выражает своему почтение своему гуру и шикша-гуру, Чинтамани также. Потому что она дала ему истинный совет. Он принял этот совет в сердце. Вот это браман. Вот это браман. Не так, что я таких людей не слушать не буду. Они вот низкого происхождения. И он неизменно послушен своему духовному учителю Арию. Ария называют того, кто глубоко постиг духовную науку. Видите, не национальность. Всегда разъясняйте, люди боятся слова «ариец» до сих пор, отождествляют это с фашистской какой-то культурой. Ариец, потому что это слово было использовано. Но вот запомните, арием называют того, кто глубоко постиг духовную науку. Не говорится о национальности и строении черепа и пропорции тела. Вот определение арии. Люди, не следующие в этой науке, недостойны называться ариями. К сожалению, в наши дни ариями называют безбожников, но это происходит лишь из-за пагубного влияния Кали-юги. Кали-югу они берут сильные слова и используют их. Гуру. Сейчас это слово, люди не доверяют этому слову, потому что демоны извратили это слово. Стали применять это к недостойным людям. Арии то же самое. К недостойным людям стали применять. И таким образом возникает вот это вот все извращенная философия. Шрила Вишнуа Чакраварти Такур объясняет, что слово «гуру» относится к духовному наставнику, который посвящает своего ученика в науку о Кришне и учит его развивать в себе сознание Кришны. Шри Бхагаван Мантрапа Деша Ке Гурав Ит Артха. Тут заканчивается комментарий. Но как Шрила Прабхупада говорит, что в этом стихе не все качества описаны чистого преданного, их огромное количество. Их на самом деле невозможно описать, потому что они не статичные, они динамичные. Так же, как тригуны материальной природы, они не статичные, поэтому их трудно различить, они смешиваются, они взаимодействуют, они вращаются. И вот это вот смешение вызывает, вот, видите, такую сложную картину мироздания. А что говорить о качествах вайшнава? Ведь вайшнавы, они общаются с Верховной Личностью Бога, используют эти качества друг с другом. То есть это трудно описать. Читание Чаритамрита – это попытка Кришнадаса Вираджа Госвами описать лилы Господа Читания. Десятая песня Бхагаватам – это попытка Шукадевы Госвами рассказать об этом. Но на самом деле никто из них не может сделать вывода окончательного или описать полностью эти качества. Невозможно это невозможно. Туда нужно войти и жить вечно, чтобы понимать, что такое качество духовное, духовные качества. Это не просто качество металла или качество какого-то материала. Это живые духовные качества, они всегда взаимодействуют.
Как, например, мы понимаем смирение? Вот эта салфетка, она синего цвета, это ее качество. Могу ли я такой вид смирения по цвету? Нет. Может быть, я по материалу, вот она мягкая. Нет. Пока не вступим во взаимоотношения с человеком, мы не сможем понять глубоко, что это, что такое качество вайшнава. И чтобы вступить с вайшнавами во взаимоотношения, нужно быть самому преданным Кришне. Потому что только преданный может понять и почувствовать вот эту глубину отношений между преданными. Какая там глубокая любовь, какая там доверие какое-то. Какое смирение они выражают друг другу и почтение преданные. Нигде в мире нет таких аналогов во Вселенной. Это то, что описано только в Бхагаватам. В остальных как бы шастрах даются лишь оттенки, лишь отблески этой культуры. Как поклонение полубогам или предкам. Тоже есть элементы, или сильный мир из всего, это тоже элементы есть, как бы, почтения. Но это лишь слабые отблески того, что здесь описывается в этих стихах. И этот стих также полностью никак не может описать качество Прохлады Махараджи. Лишь некоторые его качества. И Прохлада Махараджи до сих пор он живет на своей планете. Также он думает о Кришне, как здесь описывается. Его отношения не прерываются ни на секунду. Никогда. Хорошо, поэтому мы можем просить благословения, читая эти вот строки у Прохлады Махараджи, чтобы он тоже нас наделил какими-то качествами для служения Кришне. Если мы будем изучать эти качества, читать, конечно же, они будут переноситься в наше сердце, если мы будем заниматься преданным служением, будем с решимостью служить Кришне, эти качества перенесутся просто благодаря Шраванам Киртанам. Естественным образом, Прабхупада говорит, без каких-то специальных усилий. Хорошо, дорогие преданные, пожалуйста, вам слово. Харе Кришна, спасибо, дорогой Чайтанья Чандрасарам Прабху. Вот уже поднятые руки, пожалуйста. Кришна Сангита Мадати, также включайте камеру. Хари Кришна, мои поклоны. Ой, у меня целый список вопросов. Все касается качества благонравия. А вот благонравие – это способность идти на компромисс. Будет ли это знак некоторого равно между смирением и идти на компромисс? Я не знаю, сразу задавать все вопросы или по очереди? Наверное, по очереди, да, потому что тут 5 вопросов будет. Я не понял твой вопрос о благонравии. Идти на компромисс? На компромисс идти? Что ты имеешь в виду? Вы вначале сказали, что у Прохлады Махараджи было такое качество, брахмана, одно из качеств, как благонравие. Это способность идти на компромисс. Нет. Почему? Нет. Компромисс тут совершенно ни при чем. Благонравие означает, что человек следует принципам. Вот эти 4 регулирующих или вообще принципиален? Благонравие. Что значит? Нравится благо. Значит, он утвержден в благости. Все, как раз у него нет склонности идти на компромисс. Например, преданный покупает какой-то продукт в супермаркете, и там написано, что добавлен, скажем, яичный порошок. Он не возьмет его. Преданный не возьмет. Браман не возьмет это. Не браман скажет, там немножко же. Незначительно же, мы же не фанатики. Но преданный не возьмет это благонравие. Ему нравятся эти принципы. Ага, спасибо большое. А вот тогда такое качество, как идти на компромисс. Ведь в нашей жизни мы частенько, нас ставят перед такими условиями. И иногда называют этот момент как сделка с совестью. Когда, например, идешь на компромисс, но понимаешь, что это будет во вред тебе, но возможно,
во благо другому человеку. Вот, например, в семье, когда женщины соглашаются готовить мясо или на секс более чем один раз в месяц, и уж тем более не для того, чтобы детей завести. Потом, допустим, если все-таки тот человек получает благо, как-то оправдывается ли твое, скажем так, некоторое падение? И если это благо не приносит тому человеку, то... Никакого блага в этом нет. Почему ты говоришь о благе? Какое там благо? Там нет никакого блага. Ну... Это просто компромисс. Компромисс, ну какое благо? Никто не получает благо. Это компромисс, чтобы сохранить семью. Это все. Это препятствие, на самом деле, в духовной практике. Это тормоз. Это тормоз духовной практики. Это препятствие. А еще вот бывают ли компромиссы между преданными? В чем они могут заключаться? Это принимать их недостатки? Или ну вот как может быть этот компромисс? Это компромисс благости, когда ты принимаешь преданных с их как бы природой. То, что есть. Но они же заняты преданным служением, поэтому компромисс оправдан. Это принесет благо. Потому что компромисс оправдан преданным служением, именно не чем-то другим. А здесь просто самосохранение. Когда мы говорим о самосохранении, это тоже причина компромисса. Семья разрушается, да, и женщина без семьи, ей будет еще, может быть, хуже. Плохая семья, может быть, это неплохо для женщины вообще, которая не замужняя, еще хуже опустится, ниже опустится. В этом случае, да, из двух зол выбирают меньшее зло. Ты об этом говоришь. Но это тоже препятствие. И нужно молиться очень сильно Кришне, чтобы подняться над этим уровнем. Поэтому, повторяя мантру каждый день, твоим обеты 16 кругов минимум, должны читать очень-очень серьезно, очень серьезно. На компромиссах мы не вернемся к Богу. И последний тогда вопрос. Получается, что в случае с карми, грубо говоря, компромисс – это дорога в никуда. И если, например, тебе постоянно судьба, ты уходишь от этих отношений, а судьба тебе все равно направляет в эти отношения. Нет, как о понять, судьбе не говори. О судьбе, о карме мы вообще не говорим. Занимайся преданным служением. Просто занимайся преданным служением. Терпи. Карма сразу не остановится. Вентилятор, отключенный от питания, сразу не останавливается. Не углубляйся в эти проблемы. Углубляйся в сознание Кришны. Все, спасибо. Спасибо, Харе Кришна. Да, пожалуйста, Двиджа Мани, Бабу. Харе Кришна, спасибо большое. Дорогой Гуру Махарадж, пожалуйста, принеси мои поклоны. Преданные. У меня вот вопрос, это касается Прохлада Махараджа. Здесь вот глава называется, что Хирани Кашипу держит в страхе всю Вселенную. И в последующих главах мы видим, что Прохлада Махарадж будет давать наставления своим одноклассникам. Я вот просто думал, как это сопоставить, потому что мне вот непонятен момент, почему, если Хирани Кашипу держит в страхе всю Вселенную, он захватил все три мира, почему существует класс, существует школа в такое время, когда нет мира. Как это можно сопоставить? Почему нет мира? Почему ты думаешь, что нет мира? Он же управлял. Там не было хаоса. Хиранякашипу управлял вместо полубогов. Он мог сам контролировать все стихии. Там был порядок. Там была Варнашама Дхарма, все было ведическое. Только один момент был, элемент был, отличался. Вместо Вишну был Хираньякашипу. Вот и все. Нет, он хорошо управлял. Демоны были счастливы. Да,
то есть описывается, что вот когда он хмурился, да, полубоги, они испытывали огромный ужас. Да, а демоны радовались. Демоны? Конечно. У них был такой защитник, ты что? Если бы тебя, если было, бы да? тебя лично защищал Хиранья-Кашипу, что бы ты чувствовал? Может быть, он там демон, но он лично защищает тебя, твое здоровье, финансы тебе дает, там все. Ты просто ему служишь преданно, а он полностью обеспечит тебе всем необходимым, все желания твои исполняет. Люди же хотят такого правителя. Ну, сейчас тоже вот есть же устройство мира. Государство существует, промышленность существует, торговля существует и без Бога. От Бога отказались, но устраивают же эти вещи, изучая законы, природы, человеческую природу. Все, справляются как-то. Хиранья-Кашипу лучше это делал, чем современный Хиранья-Кашипу. Поэтому такого хаоса, конечно, не было. Он умел управлять. Понятно. А можно еще один вопрос? Если позволите, еще один вопрос. Да, давайте. Я это немного предвспоминаю тему. Просто сегодня, по вашему времени, у нас завтра Гита Джаянти. Я вот хотел узнать, как наставление, если возможно, как вы рекомендуете, дорогой Гуру Махарадж, своим ученикам читать Бхагавад-гиту, чтобы постоянно была связь, присутствовала живая связь с Бхагавад-гитой, потому что я вот замечаю, что это очень важно, когда мы проповедуем, когда мы рассказываем о Бхагавад-гите, если мы ее не читаем, то нету силы в наших словах, поэтому вот хочется всегда читать, но вот именно хочется также понимать, как вы рекомендуете это делать, потому что все по-разному читают Бхагавад-гиту, кто-то читает просто тексты, кто-то санскриты тексты, кто-то всю Бхагавад-гиту от корки до корки читает. Как вы рекомендуете своим ученикам читать Бхагавад-гиту? Сахар или леденец вы сразу не проглотите, иначе вы не почувствуете вкуса. Если вы берете кусочек леденца и просто проглатываете его, вы не насладитесь им. Вам нужно растворить его. Поэтому гиту как читают? Не то, что, знаете, так тупо, упорно вот, читают и читают и читают. Возможно. Возможно, у кого-то есть такой вкус, чтобы читать ее каждый день, по часу, да, и чувствовать. Но большинству из нас нужно растворить вот то, что мы прочитали. Чтобы почувствовать весь вкус этого, надо требуется время. Время каких-то событий, жизненных обстоятельств. Вдруг мы вспоминаем, о, в Гите это написано, опа, ощущаем, да. Гуну увидели признаки, что это написано в Бхагавад-гите. О, свердуша, да, качество брахмана, все, что описывается там. Знание Абсолюта, присутствие Кришны в воде. Когда мы это поймем? Да, нам нужно время, чтобы этот вот леденец растворился, сахар. И вот этот напиток сладкий уже можно пить и ощущать полностью, целиком этот вкус. И затем вы снова берете другую дозу леденца, заново читаете Бхагавад-гиту, будет то же самое. И постепенно вы увидите, что Бхагавад-гита практически она везде, она все проникающая. Значит, тогда вы уже читаете Бхагавад-гиту как таковую. Спасибо большое. Я очень восхищаюсь тем, как вы очень внимательно читаете Священное Писание. Спасибо вам большое. Когда ты пересказываешь их, читаешь, это происходит вот это вот как раз усвоение. Вот этот вкус начинает растворяться и наполняться. Твой ум, содержимое ума начинает наполняться этим вкусом. Важно растворить его. Когда ты пересказываешь и свое понимание вкладываешь, вот это происходит как раз. Читаешь и пересказываешь. Читаешь и пересказываешь. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Александр, давайте. Кришна, ваша милость, дорогие преданные, пожалуйста, примите мои поклоны. Я в какой-то либо из лекций Прабхупады, либо в воспоминаниях учеников Прабхупады слышал, что Прабхупада говорил, что дасья шанта раса, которая вот находится Прохлад Махарадж, не самая возвышенная раса,
как-то вот такая фраза прозвучала. Но такое могущество, такая чистота, такие качества, которые демонстрирует Прохлада Махарадж, ну просто запредельные какие-то, неземные. А что тогда говорить о других расах? То есть эти личности еще более могущественные. То есть как это можно оценить? Или это невозможно материальным умом как-то понять? Ты прав полностью, да. Это очень трудно. Это очень трудно понять состояние гопи, поэтому пришел Господь Чайтанья, сам Кришна пришел. А иначе это невозможно было бы. Шанта-раса, выше Даси-раса, еще потом Сакхи-раса, Ватсали-раса, Боже мой. Кто это может понять? Матхури-раса еще, все открывается. Прохлад Махарадж полностью запредельная личность, полностью запредельная личность. О нем говорит Господь Шива Нараде Муни, что в этом мире преданных нет. Единственный, кто на самом деле не принадлежит этому миру, это Прохлад Махарадж. Это Нараде Муни говорит. Но сам Прохлад Махарадж отвергает это, что он преданный. Он говорит, я могу лишь только думать о нем, но я не могу быть рядом с ним, с Господом. А вот Хануман, он всегда, где Рама, там и Хануман. Они вместе. И эта история продолжается, пока они не достигают вот положения гопи во Вриндаване. То есть есть разные писания, которые раскрывают эти смыслы для нас, для нашего понимания. Но, как ты сказал, мы даже не можем понять сейчас качество Прохлад Махараджа. Полностью писать их невозможно. Даже Шантарасу мы не можем писать. Спасибо. Пожалуйста, Матаджи, Хари Пуджа на Райне. Включите микрофон. Хари Кришна, дорогой Гурудев, Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста, вся слава Шриле Прабхупаде. Спасибо большое, очень такая основательная для меня лекция. Вот у меня такой вопрос. Вот здесь в комментариях, когда мы рассматривали, вот здесь перечисляются качества, проявляющиеся в деятельности брамана. И получается, что вы говорили, что это само собой не приходит, что это дает, как я понимаю, святое имя. Чем больше у меня практика преданного служения, чем тогда постепенно приходят эти качества. И вот здесь дальше в комментариях говорится, что вайшнав с неизменной решимостью стремится постичь абсолютную истину, а для этого необходимо полностью владеть своими чувствами и умом. Да, иногда вот такие ситуации бывают, я понимаю, что это только Господь помогает мне мои чувства угомонить, мой ум угомонить, а иногда прямо независимо от меня, у меня вот эти чувства, они проявляются, порой не очень позитивные чувства. Вот как с этим быть? Получается, что я не познаю абсолютную истину, у меня вот это, потому что здесь Шрила Прабхупада, он пишет полностью владеть своими чувствами, вот как с этим быть? В твоем сердце сейчас живет Прохлад Махарадж, что ты преданная, и рядом Хирани Кашипу тоже там, они вместе там обитают в твоем сердце. И между ними конфликт, вот, который тут описывается как раз. Потому что сейчас в сердце каждого человека находится то и другое. И демоническая, и божественная природа. Вот. Ну и как ты думаешь, чем это кончится, этот конфликт? Надо всеми силами стремиться. Нет. Он кончится тем, что придет Нарисимхадев и разорвет твоего Хирани Кашипу. Вот. Если ты не сойдешь с пути преданного служения, так и случится. Просто не каждый может выдержать, когда его Хирани Кашипу разрывают на части. Думает, бесчеловечное движение. Ваши регулирующие принципы, ваши стандарты и все остальное начинают кричать, жаловаться. Вот. Но если ты выдержишь, так и произойдет. В клочья разорвет Нарисимхадев. Все по вашей милости, по милости вайшнава, Хари Кришна. Когда
ученики Шрилы Прабхупады, по-моему, Джатурани, она нарисовала как бы первое изображение Нисхингадева в нашем движении. Как Хираньякашипу разрывает, Нисхингадев разрывает Хираньякашипу. Шрила Прабхупада увидел, сказал, восхитился, сказал, о, здорово, но побольше-побольше крови, побольше крови. Как Нисхингадев уничтожает Хираньякашипу в наших сердцах. Вот. И когда вы сейчас сказали, что придет Нисхингадев и разорвет Хираньякашипу, который живет в наших сердцах, то вот эти слова Шрилы Прабхупады «побольше крови» звучит как-то по-другому. «Побольше крови». Спасибо. Да, Мадхави, Вандана Мадхави. Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны смиренные. Вся слава Шриле Прабхупаде. Читани Чандр Прабху, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я так вдохновлена вашей мотивирующей лекцией, когда вы говорили о таких качествах, как вот сильное желание, разум, решимость, незлобливость. Вот просто, знаете, я поняла, что над чем нужно особенно работать. Спасибо вам большое. Я очень замотивирована этим. И знаете... Мне очень понравился, конечно, как вы раскрыли этот образ Прахлады Махараджа со всех сторон. Вы сказали, что можно просто у него брать благословение, вот просто, действительно. Особенно меня покорило то, что вот он как бы с почтением относился к демонам, к своим врагам. Вот, это тоже такое качество преданного. И знаете, вот у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что это, вот эта женщина легкого поведения, она давала совет. Вот, может быть, я путаю, знаете, вот я знаю такую историю, что, значит, вот женщина легкого поведения, она дала такой совет, чтобы он обратился к Богу. Она говорит, вот ты такие препятствия преодолел, чтобы прийти ко мне. Вот ты бы лучше так бы это, к Богу бы обратился. Вот с такими вот, ну, с трудностями, да? И вот он тогда опомнился, и он это, пришел к Богу. Вот скажите, пожалуйста, какой совет дала эта женщина? Мне очень интересно. Когда Биламал Такур явился перед Чинтамани в эту бурную, ужасную, ураганную ночь, да, и она поняла, что он переплыл вплавь Гангу в это время ночное, и другие препятствия, да, другие препятствия преодолел, даже не замечая их, такая у нее была сила влечения, привязанность. Она была ошарашена сама, и, как сказать, люди в ведической культуре, понимаете, они стесняются занимать место Бога. Она считала себя падшей женщиной, она не была такой гордой, она понимала свое социальное положение, униженное. Вот. Ну, это особая психология женщины, не будем вдаваться в это, но она не хотела занимать место Бога. Поэтому ее совесть побудила сказать эти слова. Говорит, посмотри, ты так привязан к этому телу. Я поражена, что ты привязан к телу, которое состоит из костей, плоти, мочи. Калан стала вот эти вещи говорить. То есть перед ним стоит красавица, женщина легкого поведения, соблазняющая мужчины. И вдруг ему говорит такие вещи, понимаете? Это как вот холодный ушат воды, да, на человека. Ну, просто гром молния по голове. А он браман. Он при этом браман, он понимает свой порог, вот эту свою вот эту вот слабость и прочее, с другой стороны. И он от Чинтамани никак не ожидал услышать такого. Она всегда удовлетворяла его чувства там и все, что он хотел, да. А тут она дает такие наставления, сильные, с повышенным голосом вообще. Если бы ты с такой же решимостью предался Кришне, ты достиг бы освобождения в этой жизни, ты привязан к куску плоти какой-то вообще. То есть ее совесть была как от Кришны, вот она сказала от Кришны это. В это время она была гуру. Гуру Татва в ней проявилась. И он ей потом выразил почтение в своем трактате, в первых стихах. Спасибо большое, спасибо большое. Еще знаете, сегодня у нас очень хороший день. У нас сегодня день рождения у Карабаджана Прабу. Ой, Карабаджана Прабу, а ты молчишь вообще. Ты такой скромный браман. Другой бы сказал на весь свет, у меня день рождения, несите подарки. Но он молчит, смотрите. Я знаю, вы самый скромный человек на свете вообще. Не успел вовремя включить микрофон, чтобы сказать, что у нас по одному разрешается вопрос задавать.
Ну, Карабаш, я тебя, конечно, обнимаю, я тебя кланяюсь за твое служение. Карабаш пробовал от всего сердца, конечно же. Да, я горжусь, что у нас есть в регионе такая личность, такой преданный, как Прохлад Махарадж вообще. Вот мы читали эти качества сегодня. Вот Карабаш пробовал у нас, вот, ну, почти такой. Я не скажу, он точно такой же, но загордится, конечно. Но почти такой уже, да. Вот. Ну, конечно, вы, Чайтанья Чандрашара Прабху, вы как мой старший доброжелатель, очень близкий, и также художник. Конечно же, как художник, вы всегда дорисовываете то, к чему я должен стремиться. Ты знаешь, Прохлад Махарадж, он почитает даже демонов-учителей, так что... Я понимаю тебя, я понимаю, что ты тоже можешь выражать почтение кому угодно, даже мне. Вы знаете, сегодня утром я говорил, что я говорю о своем рождении и также о рождении всех, кто здесь присутствует, всех преданных, о которых так или иначе, которые так или иначе объединены, ну не так или иначе, а по милости Шрилы Прабхупады объединены в одну семью. И вот хотел сказать, что наше рождение очень славное. Ну, по крайней мере, я могу о своем рождении сказать, потому что почему-то об этом рождении однозначно в соответствии Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам у нас было много-много рождений, скорее всего, и будет еще рождение. Но почему-то в этом рождении я лично встретился с столькими замечательными людьми, просто потрясающими. Друзья, доброжелатели, учителя, Шрилы Прабхупады. В конце концов, с Кришной, не просто Кришной, а абсолютной личностью Бога, абсолютной личности, Творцом. И поэтому мне очень повезло, что вот в этом рождении встретился с вами, Чайтанья Чандрашара Прабху, потому что благодаря общению мы как раз-таки в соответствии с этим сегодняшним стихом можем пробудить, развить, перенять эти качества. Невозможно этому научиться, книга, общаясь, как говорят все народы, эту мудрость, с кем поведешься, того наберешься. Поэтому, да, в этом рождении столько удачи у меня в жизни. И одна из удач, вот это вы, вайшнавы, которые здесь находятся. Присоединяюсь к твоим словам, Карабаш Прабху, тоже, да. Сейчас я вот слушаю тебя, тоже осознал, как это вот ценно, да, общество вайшнавов, что нам подарил Прабхупада, вырвал нас из материального мира, вот, конкуренции, вражды. И здесь, конечно, уже все по-другому, как бы есть какие-то признаки Кали-юги тоже, да, но они постепенно слабеют, они уходят, то есть мы выбираемся вместе из этого океана невежества, вот. И таких отношений нельзя найти больше нигде в мире, конечно же, как с преданными. Такие честные, открытые отношения, даже если мы ошибаемся в чем-то, все равно в глубине мы преданы друг другу, Кришне, мы связаны так крепко, очень глубоко. Поэтому я присоединяюсь к твоим словам. И, конечно, тебе долгих лет жизни, проповеди. Вот. Столько ценного делаешь уже и сделал, и что в будущем ты, конечно, еще больше вот, спасал людей шастрами, своими качествами, своим служением. Вашими благословениями. Так, преданные все, давайте благословляйте Карабаш Прабху, чтобы он продолжал свое служение. Спасибо. Гиридхари Прабху поднимает руку. Харе Кришна, дорогие преданные, Харе Кришна, дорогой Чайтанья Чандрашара Прабху.
И сразу по горячему пойду Карабаджану Брабу поздравлю с днем рождения. Дорогой Карабаджан Брабу, вот подарок мой, я знаю, что у Карабаджан Брабу очень много любимых стихов из Бхагаватам. Я знаю также один из любимых его стихов, который при начале вот даже сегодняшнего обсуждения мне сразу на ум пришел. Это «Сатам прасанга мама вирья видо». Да? «Баванти питкарна расаяна ката». «Тач джашанат аш абаваргава варкмани». «Шратха ратир бактир ану крамишяти». Вот обсуждение игр и деяний в обществе, игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе преданных услаждает слух и радует сердце. Сегодня было удивительно такое вот это обсуждение, которое действительно очень радует сердце. И вот как упомянуто было в сегодняшней лекции читания Чандан Чараном Брабу, что рождение в человеческой форме жизни – это великий дар. Мы все очень удачливые живые существа здесь, потому что у нас такой великий дар. Почему? Потому что мы в сознании Кришны. Я надеюсь, все в сознании Кришны. И это великий дар, действительно, есть такая возможность общаться. И если это нет сознания Кришны, то это великое проклятие получается, что мы все прокляты. И также хотелось немного пробежаться по лекции. Очень много было важного сказано здесь, что на самом деле духовная жизнь, и это что-то такое необъяснимое. Многие вещи мы объяснить не можем. И просто по милости Господа, по милости Вайшнава, преданных, мы это просто принимаем. И если на то будет угодно Господу Богу, то со временем это будет раскрываться в сердце само собой. Если мы принимаем на веру, мы твердо верим в это и продолжаем заниматься служением, то любые необъяснимые моменты, они будут открываться в нашем сердце по милости Господа. Также вот было сказано, что наши качества на самом деле, они уже как бы есть в каждом живом существе, да, потому что нитья ситха Кришна према, да, кабуная, да, говорится, что сознание Кришны, любовь к Господу уже живет в сердце каждого живого существа. Просто тогда эта любовь как бы проявляется. И также еще один момент интересный был, что вы говорили, что от каждого можно чему-то научиться, как хорошему, так и плохому. Я сразу вспомнил, в начале нашего пути у нас здесь был замечательный преданный, который сейчас в Америке, Хамсадутта Брабу. Мы очень его все любили, и я с удовольствием всегда ездил в Ташкент с ним общаться. Так хотелось всегда с ним общаться. Сейчас мы поддерживаем связь с ним также. И вот у него я спрашивал как-то, задавал вопрос и насчет вот именно по этой теме. И он говорил, что на самом деле у нас все учителя, и те, кто плохо делает, и те, кто хорошо делает, учителя, потому что мы от одних мы учимся, как надо делать правильно, как надо поступать правильно, а другие, которые неправильно живут, и показывают нам, как не делать то, что делают. Так что все являются учителями. И в конце я хотел задать небольшой вопрос насчет компромисса. Как раз здесь было обсуждение компромисса. И вот компромисс с умом. Да, например, мы знаем, что ум очень, как Арджуна говорил, непоседлив, там, так далее, его трудно обуздать. Но тем не менее, например, я хочу пример, когда какое-то, например, гимнастика, даже постоянно делать гимнастику. И тогда приходится договариваться с умом, потому что ум всегда говорит, давай сегодня не будем делать, давай сегодня отдохнем или еще что-то, пятое, десятое. И тогда уму говоришь, вот сделаем вот так. Один день выходной мы делаем, например, двадцать выходной, мы не делаем никакую гимнастику, а в остальные дни, пожалуйста, не беспокой меня, мы делаем гимнастику и все. А является ли это компромиссом, если я таким образом договариваюсь с умом и ум стараюсь его контролировать? Вот такой небольшой вопрос.
Спасибо. Да, с умом. Ум всегда хочет компромисса. Это всегда будет так. Это его природа материальная. И хозяйка должна быть душа. То есть, если я скажу уму, и делай гимнастику, ум скажет, ну, как-то сегодня, может быть, и не нужно. Как-то, ну, найдет аргумент какой-то. Обязательно найдет аргумент какой-то. Ссылаясь на тело. Аргументы все телесные будут. Ну, может быть, ты устал, может быть, ты должен отдохнуть, может быть, потом сделаешь, может быть, просто отдохнешь от гимнастики. Ну, все что угодно может доказать ум. Вот. Поэтому, если я буду через ум делать что-то, всегда будет проблема в голове. Всегда будут какие-то препятствия, всегда будет какое-то сложное настроение будет, неудовлетворение. Поэтому в этом случае я должен непосредственно влиять на тело, минуя ум. Вот. Просто как? Тело – это животное. Приказал, оно сделает. Все очень просто. А ум – это вот тот, который себя считает хозяином этого тела, поэтому с ним нужно договариваться, там, в торговые отношения вступать, давать взятки. Там. Он обманывает постоянно, ругаться с ним, потом сожалеть о том, что сделали. Поэтому без ума, без посредника. Сразу обращайся к телу. И тело просто делает гимнастику. Ум все что угодно можешь думать. Тело – ты хозяин. И ты непосредственно этим телом управляешь, без ума даже. Вот можно так делать. Я тоже делаю гимнастику, я понимаю тебя. Спасибо большое. Я понимаю тебя, я тоже делаю гимнастику. Вот. И всякий раз ум всегда говорит одно и то же. И я просто не слушаю, я просто я к телу обращаюсь. Оно делает, делает. А он потом говорит, вот, я сделал. Мошенник вообще номер один. Хорошо, давайте последний вопрос дадим задать нашим YouTube-каналу, нашей Санге. Опять вот Кришна Санги, это похоже у нее там вырывается, горит, снова поднимает руку. Потом перейдем к вопросам-ответам с аудиторией. Ой, благодарю. Я хотела, да, поблагодарить вот Киридхари Прабу. Я тоже хотела вот про компромисс с умом задать вопрос. И, в общем, вы ответили. Благодарю, благодарю. А еще можно вернуться к вопросу вот про как же поступать тогда Матаджи, жене, когда приходится идти вот на такие компромиссы с мужем, причем оба преданные, а муж вызывает вот чувство вины у нее, что она не потакает его желанием разводиться или все-таки сохранять семью, выносить это на какое-то публичное, не знаю, как совет, или нет, что нет, делать? Нет, нет, нет. Ничего мы это не делаем. Мы сохраняем семью, продолжаем преданное служение. Пока не разовьем достаточно сознания Кришны. И просто перенаправлять, пытаться как-то приглашать преданных, читать, наверное, Бхагавад-гиту, да, или вот вообще священные писания, вот перенаправлять. Ты уже все знаешь, да? Что нужно делать. Все знаешь. Делай. Терпи свою судьбу и делай все, что ты знаешь. Все, что ты можешь, делай, пожалуйста, в служении Кришне. Хорошо, благодарю. Хари Кришна. Ну что ж, огромное спасибо Чайтанья Чандрашекхара Прабху за то, что вы уделили нам время, внимание и обсуждали, читали Шримад Бхагаватам, комментарии Шрила Прабхупады. Сейчас мы остаемся, вы можете перейти к аудитории, обратиться, если есть вопросы. Так, нужно тогда к аудитории развернуть. Напишите, чтобы они видели аудиторию. Да, пожалуйста. Просто увидеть, а потом обратно вернуть. А потом обратно, хорошо. Да, ну и есть у нас в аудитории вопросы. Да. Прохлада Махарадж, он даже демонов видел на оставление Верховного Господа.
пытаться почувствовать Господа, задавать вопросы себе, то есть вот, как Господь в той или иной ситуации проявляется здесь, чтобы вот, научиться тоже этому видению, чтобы везде, во всем, не только в демонах, в животных, в природе видеть вот, вот эту волю Господа. Под влиянием гуны невежества человек не может различить, где религия, где безбожие, где грех, где добродетель. И преданные, практикующие, которые освобождаются от невежества, они тоже могут запутываться еще в этих вопросах. Например, для преданного, еще недостаточно очищенного, получать наставление от демонов будет греховным. Слушать комментарии Бхагавадгиты, например, от демонов. Греховно. Потому что он примет безбожие, примет за религию. Люди ошибаются, они выбирают таких лидеров, они ошибаются. Но для Уттама Адхикари разницы нет. Он откуда угодно увидит Кришну. Но Прохлад Махарадж – это Уттама Адхикар. Квалификация уже освобожденной души. Он мог во всем видеть волю Господа. Его сострадание не имеет равных. Мы знаем, в западном мире, в религиозном сострадании Иисуса Христа, скажем, самое такое вот, да, для нас доступное, и то трудно понять многим людям. Но все же люди чувствуют со слезами на глазах, когда думают об Иисусе Христе. А когда говорим о Прохладе Махараджи, который терпел все эти пытки, у людей нет эмоций, потому что это за пределами их восприятия. Они думают, ну как, легенда, не чувствуют этого, не ощущают этого. Что-то как интересное сказание, сказка какая-то, красивая для детей, да, хорошо детям читать. Никто не испугается, что там бросили в кипящее масло, потому что это не по-настоящему, это же просто история описывается. Это недоступно для их понимания. Сострадание прокладывают, короче. Вот. Ну а как, сын человеческий, когда приходит сюда, в этот мир, он близко к людям дает что-то, чтобы они могли все-таки почувствовать что-то. Сравните пытки Прохлад Махараджа с пытками, например, Иисуса Христа. Вы видите огромную, огромную разницу. Но люди не чувствуют этого. Есть сострадание Брахмы, есть сострадание Шивы, есть сострадание Кришны, но люди не знают об этом ничего. А есть сострадание матери, о, это они знают, вот это они понимают, чувствуют, да, вот это я могу понять, и только когда вырасту, понимаете? Когда сам уже буду иметь детей, я вспомню, о, как мать была, на самом деле значение матери и отца. Это тоже не сразу приходит, настолько обусловлено невежеством люди. И преданные, если они, например, слышат какие-то правильные вещи от какого-то человека, непреданного, они не хотят слушать его. Они боятся, не то, что это будет греховно, они не хотят слышать в нем гуру тату. Потому что у них тоже своя ложная гордость, не такое сострадание еще, они еще не рискуют с такими вещами связываться. Но если сердце чистое, то есть ну, как лотос неоскверненный, человек везде видит, Кришна отовсюду дает какие-то наставления, ведет нас. Всегда, постоянно, так и было всегда. Так и было всегда. И есть всегда, и будет всегда. Это осознание гуру татвы. То есть это развивать не надо, да, никак? Просто заниматься преданностью. И это само будет проявляться. Если мы предаемся Кришне, естественно, будут пробуждаться эти качества. Мы не знаем себя. Когда качества пробуждаются, для нас это будет неожиданностью. Мы не знаем, откуда они приходят, эти качества, потому что мы не знаем себя. Они из нас самих приходят, эти качества. Но поскольку мы не знаем, мы думаем, что у меня этого нет. Но преданный честно смотрит. У меня этого нет. Нет такого смены, как Прохлад Махараджа. Я не такой. Вообще никогда таким не стану. Он ошибается. Он такой же. Он просто не знает этого. Он тоже душа. Поэтому для него это будет как необъяснимо. О, кажется, вот я сейчас уже не так завишу от таких вещей, как раньше. Да, и действительно так вспомнить, есть перемены в моей жизни. А как это произошло, я не знаю. Такая сила иллюзий.
Она так покрывает нашу душу, что мы не знаем, откуда, как это происходит. А чудо внутри, в самой душе находится, которая очищается, пробуждается к преданному служению, она возрождается сама. Ребенок же не может объяснить, как он растет. Оп, вырос за лето, там отметку сделали, не замечает ничего. Даже другие не замечают. Но потом лето заканчивается обычно там, вот на косяках у всех отметки. И все удивляются, ничего себе, 10 сантиметров, незаметно вообще. Никто не может это контролировать. Потому что это наша природа, глубинная природа, она пробуждается естественно. То есть необъяснимо. Все естественно необъяснимо. Оно вечно. Для чего так устроено, что чтобы узнать себя, нам нужно зеркало? Ну, то есть, имеется в виду, мы сами себя не видим. Нам нужно куда-то смотреть, чтобы видеть себя. Это раса. Это раса. Это не ограничение. Мы можем видеть себя, но какой от этого толк? Вот когда нас кто-то увидит, Кришну увидит, вот это будет раз. Получается, Кришна это абсолютное зеркало? Нет, я не знаю, в духовном мире тело заменяемое, ты можешь на себя посмотреть вот, рукой, там, я не знаю. Если так пофантазировать, да? То, что все части тела взаимозаменяемы, они могут видеть, слышать все что угодно, поэтому я не думаю, что там какие-то есть вообще ограничения. Но суть-то в чем? В расе. Не старайтесь увидеть Бога, сказать, что Бог увидел, посмотрел на вас, говорится. Вот в чем, вот раса в чем заключается смысл. А физически они, наверное, могут там что угодно, в смысле возможности. Любые могут. Но не в этом дело. Например, Кришна имеет любые возможности, он их сразу все не проявляет. Но проявлять через расу. Согласно расе. А зачем их проявлять друг по-другому? Искусственно зачем? Причина этой деятельности – это раса. Причина сотворения миров – это раса. Все дело в этом. А люди поражают пространство Вселенных, там вот это вот могущество именно, энергии. Но за этим есть раса, главная причина. Кришна может быть как обычный человек, как обычный ребенок вести себя. Потому что раса такая. Когда он показал вселенскую форму, просто напугал Арджуну. Все вернулись к расе, к его человеческой форме. В этом суть. Каковы последствия апарадхи и методы искупления? Апарадхи разные бывают. Метод искупления – выпить стакан кипящего масла. Если сможете, конечно. Если не сможете, повторите Хари Кришна. Вот выбор есть. С этим вопросом пришел Санатана Госвами, Господа Чайтанья. А, нет, не Господа Чайтанья. Карабаджан Прабху, напомню эту историю. Рупа Госвами потерял касту, то есть они потеряли касту. И чтобы восстановить касту, он спросил одного брахмана, как восстановить свою касту. Брахмана. Их же мусульманами сделали. Говорит, ну выпей стакан кипящего масла. И потом, кого спросил? Господа Чайтанью, который сказал... Гурум Харадж, Карабаджан Прабху вышел, похоже. А, ну неважно тогда, хорошо. Но суть в том, что с точки зрения преданного служения, просто займись преданным служением. Если человек совершает апарадхи, он должен прекратить это делать, во-первых, если он понимает, что это апарадхи, он должен прекратить это. И чтобы искупить эту апарадху, нужно постоянно и регулярно воспевать святые имена и служить вайшнаву. Есть три самых мощных фактора очищающих. Это
воспевание святого имени, служение вайшнавам и акадыши. Согласно вайшнава чакравати такуру. На что делать упор в очищении? Это святое имя, служение вайшнавам и соблюдение акадыши. Жена умирает от духовной практики. Если муж и жена преданные, и муж влияет так, что жена умирает от духовной практики. Умирает от духовной практики. Да, да. Славная смерть, смотрите. Ну, муж. Интересно. Там написано, простите, там написано, умирает в духовной практике. То есть она духовно умирает. А, духовно умирает. Ну зачем же так душить человека? Ведический принцип не забывайте, дорогие преданные, практикующие, да, в семьях особенно. Все должны быть счастливы. Учитесь этому. Если вы сделали все правильно, все возможное, не ваша вина, но не злоупотребляйте знаниями и своей саданой. Не злоупотребляйте по отношению к близким людям слишком. Я понимаю, что нужно требовать чистоту какую-то, порядок в доме. Это нормально, это хорошо. И постепенно как бы вот совершенствоваться в этом. И такой лидер появляется преданный. Но тут оба преданные. И зачем же мешать друг другу? Знаете, у каждого человека есть своя как бы скорость продвижения. Неважно, насколько они близки или родственники даже. И даже у учеников одного гуру ученики с разной скоростью будут продвигаться. Этот гуру будет учитывать. Но не будет давить одинаково на всех. Он предоставит возможность каждому продвигаться. И тому, кто способен строго всему следовать, и к тому, кто мало к чему способен, должен дать наставление тем и другим полезные. Не так, чтобы они чувствовали себя плохо, как в школе есть двоечники, есть пятерочники, вот это разделение. Нет, в семье таких разделений нет. Все будут дороги. Но каждый будет со своей скоростью продвигаться духовной. Это нужно уважать. Не унижать людей, если они что-то еще не могут делать, скажем. Или в чем-то слабы. А скорее нужно вдохновлять и заботиться. И самому вот, к себе быть строгим, да, это нормально. Максимально, что в наших силах, себе нужно предъявлять эти требования. Вот таким путем. Иногда можете что-то потребовать строго, иногда вы должны быть очень мягкими. Иногда снова очень строго, когда что-то границы переходят для вас, вы можете сказать об этом. Но с другой стороны, если человек только расстраивается от ваших наставлений, это неправильно. Где-то вы должны и почувствовать его сердце, его природу. Если она несовместима с Богом, конечно, но в данном случае пример оба преданные. Они совместимы с Богом. Поэтому будьте внимательны. Если же кто-то не преданный вообще, это там проще, тем гораздо проще. Если он способен терпеть нашу духовную практику, мы принимаем это. Если он не терпит и против выступает, мы уже этого не терпим. Это просто. А вот заботиться о преданных разного уровня, это не так просто. По одной выкройке мы не сможем это сделать. По одному шаблону мы не сможем это сделать. Еще по теме стиха вопрос есть? Последний. Как приобрести решимость и сосредоточенность на Господе, как прохлада? Это милость Кришны, следствие нашего рождения или от интенсивности нашей практики, это тоже зависит? Конечно, зависит. От нашей практики тоже зависит. Есть вообще преданные прохлады Махараджа люди, которые вот на основании шастр как бы, они вот чувствуют эту связь, очень сильно предаются этому образу духовному, да,
чистому, Прахлада Махараджа. Они поклоняются Нарисимхадеву вместе с Прахлада Махараджем. Вот, эту лилу постоянно медитируют, живут с ней, с этой лилой. Они обретают качество, конечно же. А тебе? Дадами будхьогам там йенамам паэнтите. Постепенно приходит разум через такие испытания. Приходит разум, как поступать, как жить дальше в сознании Кришны. Сначала мы ориентируемся разумом через правила предписания садхана бхакти. Все с этого начинают, дома тоже начинают устанавливать какие-то стандарты, чистоты, питания и прочее. С этого начинается. И иногда на этом уровне именно и начинаются проблемы. Правила предписания. И несколько вариантов. Один вариант, когда родственники просто не понимают сначала зачем, а потом постепенно начинают понимать зачем. Это к улучшению идет. Да? В всяком случае могут в покое оставить нашу практику и с уважением к этому относиться. Даже гордиться потом могут. Другое дело, что они начинают чинить препятствия. Сознательно уже, долгое время, непреклонно, не меняясь, то есть они не уступают ни в чем. Тогда это препятствие возникает. Тогда что делают преданные? Они говорят, я пойду тогда в храм, или на Намахату пойду, там буду практиковать, дома не буду ничего в виду подавать, но там буду. Но и это запрещают делать, это уже чересчур. Но это чересчур. Тут уже сам человек решает, что как поступать, куда ему идти, каким путем. Это вопрос индивидуальный, да. Каждый принимает решение сам, когда, в какое время и как, то есть сам человек должен иметь эту решимость как в своей жизни. Очень сложно со стороны указать, когда и как это сделать. Есть вообще невероятные случаи, конечно, есть примеры, когда 7 лет человек терроризировал жену преданную, 7 лет вообще. Потом сам стал преданным, потрясающим. Тоже такие примеры. И умер как преданный вообще. В шоке все. 7 лет терроризировал. Да, жизнь такова, что тут нужно, терпеливо к этому отнестись, осторожно и слушать свое сердце. И сам преданный, как правило, ничего не разрушает. Сам преданный не стремится разрушать свою семью, нет. Но извне это может быть. Кто-то принимает такое решение, бросает, уходит, не хочет терпеть. Что тут поделать? Но я не хочу, чтобы люди оставляли преданное служение. Это с моей позиции странно будет слышать. То есть в данном случае преданное служение, потихоньку начинаешь меньше мяса жалеть? Ну, к этому идти. А они знают, это разная семья. Разная семья. Я вообще не стал это делать, допустим, в своей семье. Это разные семьи. Кому-то приходится вот по крупицам идти. Это очень тяжелый случай. Что касается семей, Боже мой, это самый тяжелый случай. Люди не понимают, кто такой Бог вообще сегодня.
Они знают, что такое мясо, что такое Бог, не знают вообще. Как раз занимаешь, как раз тему хотел спросить, вы как-то сказали, что если поставить вопрос, ну я или Бог, то, конечно, я выберу Бога. Что ты спрашиваешь, почему не понимаешь, что должен быть Бог, это мужские вопросы вообще ставят. Вопрос, что за понимание, которое как раз должно быть Бога, чтобы это естественно звучало от того, кто говорит, что за понимание такое Бога, человек, который выбирает Бога, и не выбирает человека, что он знает о Боге? Бог для людей в основном это тот, кто исполняет их желания. Они любого примут за Бога, кто исполняет их желания. Вот и все. Любой ребенок относится к родителям, как к Богу. Папа, дай деньги. Хочу то, хочу то. А папа исполняет. Вот и все. Вот это понимание Бога. Они из этого не выросли. Прабхупада принес и сказал, что мы не принимаем его как отца, а принимаем его как сына. Мы служим ему. Мы исполняем его желания. Вот он Бог. Чьи желания выше? Чьи желания выше? Мои желания? Я могу себя сделать счастливым сам. Или его желание выше, которое на самом деле может позаботиться о любом живом существе, исполнить любое желание. Так исполнять надо его желание. А так, говорит, или я, или Бог означает, что либо ты исполняешь мои желания, либо уходи. Ты мне нужен, пока ты исполняешь меня, мои желания. Если ты не исполняешь мои желания, ты мне не нужен. Я тебе не доверяю. Ты служишь Богу с другим, но не мне. Я же центр жизни. Я главное лицо. А ты служишь всем под видом Бога. Это атеист. Он не верит в Бога. Ну и хорошо, не верит, и ладно. Но если они воинствующие атеисты, это сложно. Никто не против. Выбирайте сами себе религию, веру и степень веры. Кто же против? Где-то все это есть. А почему препятствуете чистому преданному служению кому-то? Почему действуете как демоны при этом? Но мир меняется, не беспокойтесь. Кришна все равно сильнее. Если вы повторяете святое имя, вы все равно сильнее будете. Вот, а как тогда ответить ребенку на вопрос, да, 6 лет? Спросил, кто тебе дороже, мама? Кришна или я? Или кого? Кришна. Кришна. Ну, то есть правильно же, да? Кришна, конечно. А ты как частица Кришны. А ты мне вообще не нужен без Кришны. Ты мне нужен только потому, что ты Кришна дал. Тебя Кришна мне дал. Вот почему я тебя принимаю как своего сына. Это же от Кришны. Ты откуда вообще взялся? Ты кто такой вообще? Так и говори. Конечно, ты кто такой? Прах ты из праха, и прах ты возвратишься, так? Что написано в Библии? А что вы думаете, старики так учили молодежь? Прямо сразу говорили, что, трезвить надо? Куда такой эгоизм? Вот детей, естественно, это эгоизм, понятное дело. Но с другой стороны, если Бог дал тебе ребенка, заботься о нем, чтобы он такие вопросы не задавал. Хорошо? Он чувствует, что заботы недостаточно. Мама смотрит вообще на Бога, на меня уже вообще не смотрит. Я вообще ей не нужен. Этого не должно быть. Причина возникновения, причина – это раса.
ищут удивительных вещей, все по всему миру ищут что-то удивительное. И все цари всегда собирали в своем царстве все самое удивительное, к ним приносили. Это поиски разных, конечно же. Но поиск расы означает, что у человека недостаточно развита бхава. Его не удивляет просто вот обычный мир. Нет бхавы. Это как люди, живущие на берегах Ганги. Они там родились. Вот, они там белье стирают в Ганге вообще. Они знают, что Ганга — это священная река. Их это не удивляет никак. Для них это просто место, где они моются и стирают одежду. Но когда приходят великие преданные туда, из той же местности просто, и бхава есть, вот это отношение к Ганге, они вспоминают и начинают уже кланяться Ганге. И удивляются все. О, как удачно, что мы на берегах Ганги. Мы последователи Господа Читания. Если мы не обсуждаем эту расу, мы привыкаем к этому. Не удивляемся уже. Нам нужно напомнить, да, вспомнить, насколько это удачливо оказывается быть последователем Господа Читания. Это раса. Когда есть бхава, любовь, всегда есть вот это удивление. Мать, спросите любую мать о ее ребенке. Она не остановится, она будет рассказывать все, что угодно. Вы уснете много раз, пока она будет рассказывать. А ей так интересно, как он ходит, как он говорит, как он такой, каждое движение, там не описать словами вообще, что любовь есть. И все становится интересно в этом мире. Еще последний вопрос. Раньше вы говорили, вот Нарада говорил, что нет чистых преданных, кроме Прохлады, да? Господь Шива, да. Господь Шива говорил. В моем понимании, не боялся он аппарата, что так говорил. Господь Шива? Нет. Там построено не так. Да, вот важный момент. Аппаратха. Если бы Нарада Муни, например, сказал бы, о, Шива не настоящий преданный, нет. Прохлад Махарадж лучше. Он бы совершил аппаратху. Но он прославил Господа Шиву как величайшего преданного. Привел шастры, доказательства к этому. И Господь Шива сказал, нет, я не такой. Если хочешь знать, что вообще в материальном мире нет таких преданных, которые ты сейчас сказал, кроме одного. Это Прохлад Махарадж. И тогда Нарада поблагодарил Шиву. И пошел смотреть на Прохлад Махараджа. Сказал, ты величайший преданный? Говорит, нет, не я. Пришел к Хануман, говорит, тоже не я. Пришел к Пандавам, тоже не мы. К Двараке пришел, не мы. Только Удава. В конечном итоге. Что Кришна сам сказал об этом. Он к Удаве пришел. Окончательно, говорит, не я. А кто? Он рассказал историю о Вриндаване. Вот там. Вот так построена эта вещь. Что ни одной аппаратки не было совершено, говоря о разных уровнях вайшнавов. А когда Шива говорил о том, что Прохлад Махарадж, он, получается, знал всех преданных, всех существующих. Он же Аханкара. Он же Аханкара. Говорит, в этом мире Аханкары нет преданных. Таких, которых ты ищешь. Это в духовном мире есть преданные. Но здесь это Прохлад Махарадж. Хорошо, спасибо большое. Азия Варай, Харибол. Всем удачи. Спасибо вам большое, дорогой Махарадж. С Новым годом, да? Будьте терпеливы, как Прохлад Махарадж, потому что люди будут пить много, а преданные не пьют. Нам нужно пережить этот стресс. Миллионы, миллиарды людей будут просто пить, поглощать много тонн алкоголя, интоксикаций. Много будет развлечений, шума. Сумасшествие, скорой помощи, милиции, все это все будет, конечно же. В Новый год повышенный номер полиции, будет и скорой помощи. Вот, берегите свои жизни в Новый год, собирайтесь вместе, пожалуйста, и пойте киртан. Спасайте свои жизни от Нового года. С праздником всех. Его милость Чайтанья Чандра Чаран Прабху ки.